Знаем мы, журналисты, что ваш день рождения – это такая запретная тема. Нет, не запретная, просто это, ну что такое день рождения? Ну что такое день рождения? С молодости, когда все радовались, ах, день рождения, ах, день рождения. Ты на год стал старше. Но позвольте все-таки уточнить, какие пожелания, возможно, поздравления вам особенно запомнились, либо, может быть, даже удивили? Написали картину, где я бегал с Колей с автоматом. Девочка. Да, одна девчонка, а дочка... Работает в службе безопасности, папа. Это такой важный в жизни моей был момент. Она довольно точно схватила этот момент. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина. Ну, вот это вот запоминается, особенно вот такие чувствительные. Когда мне говорят, а что вот там подарить, то, что своими руками сделаете, то мне и подарите. А остальное, ну зачем, что я с ним буду делать? Журналисты подарили мне майки, да? Раздевайтесь, работайте. Ну, все мои эти цитаты жесткие, резкие. Я думаю, что они бы пользовались популярностью. Уже будем сейчас производить, отшивать. Процент будут нам отчислять. Мы это собираем и старикам. На эти деньги что-то покупаем. Поэтому такого особого и не запомнил. Запомнилось то, что мы спокойно пережили этот день и вот пришли к 1 сентября.